Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, четвертый день, забираем с тобой древесину и переходим на задание, смотрим. Так, мне писали, что у нас появились события. Да, действительно, есть угроза, парящий сюрприз. А тот, кто спрашивал, где видосики, Рэй, скажу, ребята, я немножко приболел, поэтому пока будет маловато видосиков выходить. Не знаю, очень... сильно болит горло, как бы очень тяжело говорить. Но попытаюсь что-нибудь как-нибудь это исправить для вас. Как-нибудь исправить. Исправить это можно только одним способом, конечно же. Выздороветь как можно быстрее. Так, ну что, давай этого, наверное, гаврика отправим за железом. Так, посмотрим, что нам выпадет. О! Ничего себе. Загадочный пак, надо же. Так, здесь, значит, костолом, шторморез, громовой защитник и немножечко ресурсов. Да, конечно, отказаться. Ну что же, давай дальше смотреть. Костолом. Пускай летит за древесиной, древоруб за деревом. Сарделька, ты там что у нас прячешься? Что ты нам дашь? 4 руны. Понятно, пускай дальше идет тогда. Проверяет драконов, соответственно, бесплатно. Так, барсик. Неизвестный вор. Надо же. Так, полетел смотреть. Кривоклык. Что ж ты нам тут дашь? 10 рун. Это ожидаемо, на самом деле. Так, шея. Бесплатно. И грамгильда. Так, ну тут, наверное, руны, да? Так, точно. Выпадают нам руны. И отправляем к острокрылым змеевикам. Тоже бесплатно. Так, ну что, с этими гаврюшами вроде бы разобрались. Так, давай теперь переходить. Слушай, я, наверное, знаешь, что сделаю? Вот так вот. И заодно карту отдалим. Будет, как говорится, все нам лучше видно. Вперед за древесиной. Ты у нас тоже за древесиной. Туда же. Ты за рыбой. За деревом. Ну что, результаты обучения посмотрим. Чуть-чуть, буквально не хватило нам. Ладно, ничего страшного. Отправим его дальше обучаться. Так, ну а ты что? Как всегда, листочки. Другого он ничего нам дать не может, кроме своих листочков этих. Мрачно шип. Пускай, ребят, тоже немножко прокачивается. Так, вперед. А почему этот у меня просидел? Никуда не летел, а? Сам виноват. Так, 165 миллионов древесины. Так, у нас по древесине. Ну, пока все отлично, ребят, идет. Но это, опять же, пока. Так, болтун. Находка для шпиона. Здесь вроде бы пока все распределил. Но что ты нам дашь? Ну, конечно же, два железа. Не соточку, а два. Давай-ка бесплатно. А, здесь хотелось бы прокачать, конечно, бы модификрилку. А сколько идет в плюсе? Три к железу, да? Это на следующий уровень. И 108 тысяч к рыбе идет. Даже не знаю. Пускай пока идет, все-таки ищет рыбу. Воздержусь я от ее услуг на данный момент. Дрожжезуб. Пускай идет, тренируется. То же самое и, наверное, касается огнепека. Пускай летит. Ну что у нас тут? Давай вперед. Скорожал тоже побежал обучаться. Ну а ты? Понятно. Предсказуемо. Друзья мои, как же болит горло, а? Твою налево. Уснул, называется, при открытом окне и, видимо, просквозило.
Так, ну что, здесь мы получаем награду. И у нас еще вот здесь вот есть. Две награды получается, да? Три даже? Вау. Ну что ж, забираем. Так, бабочки. И опять же загадочный пак. Шторморез, душитель, стальной проныра. И тут еще железо, я смотрю, да? 60 штучек. Так, подожди-ка, а что я еще тут? Ага. Вот так вот. Здесь мы с тобой откроем опять же загадочный пак бесплатный, который нам дают. Ничего такого сверхъестественного нам, естественно, тут не выпадает. Давай все это дело прикроем. И... так, янтарь блестящий, да? Хорошо. А еще можно заказать вам? Можно. Можно еще один янтарек заказать. Так, пак. А пак, по-моему, обычный у нас, да? Костолом, громель, шепот смерти, громобой защитник. Тогда открываем редкий, ребят. Пускай он ставится на открытие. Вроде бы все, да? Так, лети за рыбой. Может быть, вот этих вот гаврюш отправить? Да, я, наверное, отправлю. Этого за железом. В принципе, больше ресурсов у меня пока не остается. Какие-то дальнейшие манипуляции. Единственное, что можно отправить... Так, стоп. Не это я хотел сделать. А вот это вот. Давай искать дальше шлемы вот эти вот. Соответственно, бесплатно. Ну что, вроде бы с заданиями справился, да? Всех отправил. Всех, так сказать, озадачил. Не понял. Подожди, мне нужен вот этот цветочек-то. Да, единственное, что я к Йохану не сходил. Вот так-то оно будет лучше. Ну что, друзья, и переходим уже плавненько на наше событие. На нашу угрозу. Поехали. Так, оно у нас длинное, вы сказали, да? Да, ну, наверное, не на один день у нас. Может быть, дня три надо будет проходить. Ладно, ничего страшного. Давай потихонечку начнем. Значит, здесь будет у нас две волны, как ты уже успел увидеть. А я, пожалуй, вот так начну. И понижаем защиту. Ну, то есть, понимаешь, да? Змеюку уже крышка. Так, вот этот вот приборзевший, конечно, парень. Совсем приборзел своими фаерболами здесь. Раскидываться. Но он опять. Он не угомонится. Ну что ж, добьем тогда его. И у нас вторая волна. Тут уже их трое. Наверное, вот с этого начну. Да, сделаем массовую атаку. И вот этого добьем. Остаются два крайних дракона. Так, этот себе сделал усиление атаки. Что довольно мне... невыгодно оставлять его в живых. Да ладно. Чуть-чуть не добили, но ничего страшного. А это у нас опять фаербол. Слушай, нет, он... смотри, что он сделал. Он себя ускорил, ребята, но и повысил атаку. Ну, как ты понимаешь, это невыгодно для него. Вот и все. Крутим колесо, и выпадает нам 75 миллионов рыбы. Так, друзья мои, и забираем 600 тусклого янтаря. Так, двигаемся дальше. И у нас, кстати, через два поединка будет загадочный пак. Но он меня не особо интересует, если честно. Так, сородич и громобой. Но это громобой у нас, так сказать, легкой модификации. Не особо такой опасный. Если брать из всех громобоев, мне кажется, что это самый легенький.
Ну что, добьешь? Красавчик. Вот это я понимаю. Вот это мощь. А тем более этот громобой идет из-за разряда стражников. Поэтому, ребята, он по атаке не особо силен. А вот по защите, да. По защите он, конечно, может мне небольшие, такие сказать, неприятности сделать. Но это только если в плане разбора. Последняя волна. Ага. Ну и что ты тут забыл, парень? Блин, они вдвоем ходят. Погнали. Сделаем так. Сделаем вот так. И тут добиваем. Ну что ты там, хрюндель? И тебе сейчас достанется от меня. Изи. Очередная рулетка. И выпадает нам здесь прилив сил. Неожиданно. Неожиданно приятно, я бы так сказал даже. Так, ребят, двигаемся дальше. А мы дойдем, видимо, вот до сюда. 1400 тусклого янтаря получим. Опа-на. Кто это у нас тут стоит? Две волны, и у нас на первой волне всего лишь один дракон. Хорошо. Пашиян он все равно получит от меня. Да ладно, еще и не добили. Ну, как так-то? 16 уровня. Ну-ка, что у нас тут? Блин, два ужасных чудовища. Один из них, по-моему, вот этот вот. Или они оба фаербольщики? Я не помню, ребят, если честно. По-моему, они оба. Что этот, что этот. Еще утворяет. Так, ну что, пошли в наступление тогда. Сделаем так. Ай-яй-яй. Не добили. Но это последняя волна, в принципе, ничего страшного. Он сейчас, конечно, вжарит нам, да? Пью, я-то думал, сейчас тут пойдет. Хотя, ты знаешь, может еще пойти. Но мы тогда хильнемся. У него полностью забитая энергия. Да-да-да-да. Сейчас три фаербола. Раз, два, три. И этого достаточно, чтобы вынести моего кривоклыка в поднебесную. Ну что ж, давай посмотрим, что выпадет нам из этой рулетки. И это всего лишь древесина. 37,5 миллионов это очень-очень мало. Так, и загадочный пак. Ну давай-давай-давай, забирай его быстрее. Так, у нас две энергии, как раз раз, два, да, 1400 тусклого янтаря будет у нас забрато. Но я, правда, уже заказал переработку на блестящий янтарь. Немножко, конечно, поспешил, но опять же две волны, и это меня радует. Ну что ты собираешься делать? Просто укус. Тогда мы... Ага. И сейчас будем пробивать его. Да давай просто, наверное, укусим. И здесь добьем. Вот оно что. Конечно, в первую очередь скалотряса надо уничтожать. Потому что у него очень довольно мощная атака. Пережевывает как-никак. Ну, вот здесь броню понизил. Блин, что он будет делать? Ну, само собой будет бомбить того, у кого нет защиты. Хиляемся. Сейчас что-то будет. Так, замедление и понижение атаки. Давай-ка вот это, наверное, шваркнем. Но, что там будешь делать? Ну, само собой, плеваться. Что же он еще может сделать? И добиваем. У нас очередное колесо. И здесь нам достается опять же минималка. Только уже по рыбе. Но это не очень хорошо. Да что ж вы делаете? Куда вы меня выкинули? Эй, эй, ребята, дайте мне обратно. Тьфу ты. Все, потерял сары, называется. Так, давай, наверное, откроем загадочный пак. Монетудины. Крылатый ужас. Кошмарный пристеглов. Костолом. В последнее время вот из загадочных паков дают нам очень мало драконов.
очень мало. Ну что же, поехали дальше. У нас, по-моему, последний сейчас будет поединок. Да, так точно, последний поединок. И янтарь будет у нас в кармане. В принципе, задания все выполнены. Так, душители. Оба. Хорошо, давай. Ой, блин, надо было не так. Надо было, ребята, пробивным ему бомбить, снижать с него. Фига он шпарит. Обалдеть, почти половину здоровья с одного плевка он снес мне, прикинь. Вот это да. Теперь этот еще тут чудить начинает. Давай, завязывай, парень. Последняя волна, и кто у нас тут? Так, втроем, да? Хоферсон, Громель. Наверное, вот так вот сделаем. Вот этого Гаврюшу добить сможем сейчас? Кривоклык, ты как? Понятно, никак. Просто никак. Идем сюда, атакуем. Масуха. Ну, по идее, Кривоклык сейчас уничтожает мелкого Громеля. Сюда удар и добиваем. Давай посмотрим, что выпадет нам здесь. И это рыба. Не минималка, но и не максималка. Средний. Средний объем. А вот и тот самый янтарь, про который я тебе говорил. Ну что, давай посмотрим, сколько нам еще предстоит здесь поединков, чтобы уже определиться. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. То есть еще на 2 серии. Единственный вопрос, успеть ли. Потому что у меня сегодня второй выходной, завтра будет крайний. И потом я пойду на работу. А когда я работаю, я не могу, ребята, ни во что нормально играть. Но мы будем надеяться на лучшее. И все-таки бабочки там будут разыгрываться в конце. Так, давай-ка мы этих ребят, наверное, отправим. Сколько у меня всего лишь? 500. Мало рыбы, ребят. Не смогу я никого, наверное, отправить. Потому что минималка здесь 630 идет. Погоди. А, ну тут всего лишь одно железо. Да, буквально чуть-чуть не хватает мне. И тут даже 630. Кстати, надо запомнить, что крылатый ужас у нас добывает 104 железа за 630 рыбы. Подожди секундочку. Подожди секундочку. Мы же, по-моему, можем сейчас открыть. Так, за рыбу, да? Давай, купить. Ну, в принципе, уже хорошо. Так, он у нас добывает 104. А кто больше? Этот сотку. 110. Вот, вот, ребят. Есть. Пускай бежит, летит. Тут всего лишь 52 миллиона. Ну все, в принципе, друзья. Что я хотел, я выполнил. На арену, я думаю, мы не пойдем. Потому что тут еще, как говорится, есть место. Уже, наверное, на следующей серии откроем этот пак и забьем, как говорится, две свободные ячейки. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.